Там, где река Тобол впадает в Иртыш, где Европа переходит в Азию, стоит город, бывший столицей всего Зауралья более 250 лет. Единственный каменный Кремль в Сибири. Тобольский Кремль. Долгое время Тобольск был третьим городом в России, принимавшим иностранных послов. Архиерейский дом стал первым каменным строением на территории Кремля. Следом за ним был перестроен в камне новый 13-главый Софийско-Успенский собор. Каменные стены вокруг Софийского двора начали возводить сразу же по окончании строительства собора и колокольни. Рентерея – это хранилище государственной казны. Ее построили так, что она была практически недоступна для нападений. Прямо под ней проходит Прямской взвоз. Это кратчайший путь с пристани на берегу Иртыша. Тобольский Кремль долгое время был административным центром Сибири. Сегодня он хранит историю всего региона. Библиотека Тобольского Кремля содержит самое богатое собрание книг в Сибири. Она была основана в конце 19 века на базе личных библиотек местных деятелей. Сегодня здесь находится 53 тысячи книг, из которых 30 тысяч – редкие и уникальные издания.